Гидрометцентр предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. 8 июня в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Жители области просят быть внимательными, обращать внимание на слабо закрепленные конструкции, которые могут упасть при порывах ветра. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.